Так вот, пам-пам. Ой. И вот, на самом деле это очень сложно. Я занималась подобными танцами, но это превзошло все. Мне очень сложно дается брейк-данс. Я путаюсь в ногах. Я не могу ровно держать свое тело, но я стараюсь. Я сама не ожидала, если честно, что девочки настолько направлений способны, потому что каждое занятие, новый хореограф, новый стиль, направления отличаются друг от друга. Если у нас там был танец живота, танец на шесте, и тут у нас брейк-данс, то есть это все, конечно, очень сложно, но они совсем справляются. Есть уже непосредственно лидеры, кто уже проявляет себя во всех направлениях, есть кто-то, кому дается тяжеловато, но я думаю, покажет все финал.